У посольства Армении в Москве проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. У здания посольства собралось несколько десятков человек, которые выступают против визита Пашиняна в Москву и подписания какого-либо документа от имени армянского народа. Они установили у здания посольства транспарант с надписями «Народ – это мы, и мы против тебя», «Турок Никол», «Стоп Никол». Позже, по требованию охраны посольства Армении, участники акции сняли плакат «Турок Никол». Активисты отмечают, что ждут отставки премьера, а не его встречи с президентом Ильхамом Алиевым и тем более подписания документа, который, по неофициальной информации, содержит невыгодные для армянской стороны пункты. Участники акции инициировали также сбор подписей под петицией с требованием отставки Пашиняна. Напомним, что утром 11 января участники протеста в Ереване попытались сорвать поездку премьер-министра Армении Никола Пашиняна до аэропорта Звартноц. Они заблокировали дорогу, ведущую к аэропорту. Тем не менее, Пашинян успел доехать до воздушной гавани за 10 минут до начала акции протеста, а его кортеж проехал на огромной скорости. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.